Брашка и будет. Жена говорит, так смотри, забродит, ты его держишь себе, говорит, или нет. Проходит какое-то время, она слышит треск такой. Она еще вышибла покрышку, она говорит, нет, вот говорит, днище выбило. Так что ускорять процесс не везде возможно. Вот вы побыли здесь, поели там, за собой шуру не убрали, там остался крошки, чьи крошки-то. Аккуратненько в рот. Никогда не бойся, что что-то другое будет. Вы растете, будьте внимательны, вы ногу можете научиться. В прошлом году у нас было, когда нападали на нас, и одна женщина, а у нее дети, я не знаю, то ли ее там, или она что-то так приемная, или как. Только не отдавайте детей, не отдавайте. Они хоть научатся гвозди забивать. То есть они еще дома-то не знают. Взрослая девчонка была и парнишка. Парнишка чем-то похожа на Илью. Даже сильно похожа. Ну, до конца побыли. Кто-то с ними встречался, ты, Володя, да? Сенько. Не помню. Кто-то встречался из наших, и она-то отправила, но ребятишки не захотели, вроде что-то такое, вот я слышал. Так, поели? Восстанем, врачи. Боже, милый, хвала тебе. Милосердие Твое велико, долготерпеливый и многомилостивый Господи, прими от нас хвалу за дары, посылаемые Тобою для подкрепления нашей немощной плоти. Благослови труд наш и сделай его полезным и безопасным. Имя Твое Святое да не хулится через нас. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос, была рано называешь. Слава Богу. Назад, вернись, встань. Вернись назад. Где тут вышел? Пока никто не спешит, пока стоит человек. Я кое-что немножко скажу. Вот мне сообщают, Виктор Николаевич тут был. Голуби были вот столько-то. А сколько сейчас? А сейчас меньше. А почему? Сова залетела. Сова залетела. Но одна сова, правда, тут и осталась навсегда. А другую выпустили. Я закрой нам литок-то. Литок закрой. Ну и правильно, литок. Подержи, сова. Сове есть нечего будет неделя, она улетит куда-то. А что за этим крылось? Оказывается, голубям нельзя вылететь. Окошко лезет сюда, и мы их заперли, им некуда деваться. То есть обрекли на смерть. Проходит время, голубей совсем мало стало. Было 35, осталось 15. А теперь-то я нашел, где она их тут поедала. А батюшка говорит, зима, неделю кошки нет, придет сытая, справная, где она еще находится. Она тут приспособилась. На голубяте там картон был, она его оторвала, и по проводам, там провода спущены, ну такие, что коготки может воткнуть в виде кабеля. И вот я поставил капкан, приехал и поймал ее. И главное, она вытащила капкан и повисла на капкане, и лапа осталась целой. Это тоже удивительно. Это первый раз у меня так было. Обычно закроешь много времени, опять откроешь и как-то дышишь. А это наоборот, мы закрыли, обрекли их. А она ночью-то, а голубь в темноте совершенно без помощи, но не понимает, он не видит, не знает. Он только может буркнуть, бур-бур, и на этом закончилось. Все. Поэтому даже в самых известных событиях, а мне это известно, возможно, вот такие ошибки. Люди-то не понимают. Если много было, человек контролирует, селекцию делает, то есть отбор нужен. Это во всем мире. Же едите мясо. Ножки там, говорят, буша, курицы, котлеты из чего делаются. Это во всем мире. Но только не было бы никакого учительства. Богу слава, уходим. Давай. Простите нас ради Христа за то, что мы смеялись. Ну, конечно, да простит Господь. Нет, ничего нет. У Бога простите прощения. Уходим. Давайте, уходим. На улицу все.
я тоже видела часочек. Ой, не надо тут так. Там что у вас сейчас?